Всем привет, друзья! Сегодня у нас немножко небольшой обзорчик игры War Thunder. Ссылочка будет под видео. Переходите по ссылочке, значит, попадаете вот на такую страничку. Так. Что такое-то надо нажать? Чтобы скачать этот дисплей. А, ну это указатель путь. Куда скачать? Загрузка. И устанавливайте данную игру. Я ее уже установил. Заходите, регистрируйтесь. Там самолеты, графика обалденная, физика самолетов обалденная, танки тоже такие более и менее. Значит, давайте сразу допустим я. Заходите по ссылке, скачивайте игру, регистрируйтесь. О, что-то требует какие-то обновления. 1.59 обновление. Сейчас продемонстрирую, что за игра. Игра обалденная, вообще засасывает моментально. Управление, в принципе, хорошее. Самолетов миллион там присутствует, по-моему, танки. Еще собирались сделать флот, чтобы был рабочий. И полетаем. Немножко надо развеяться от Тайреса. По-быстрому надо тут обновление догрузит. Игра онлайн, можно играть с друзьями по сети, создавать отдельную комнату, отдельные бои и колбасить на полную катушку. Прокачивать можно самолеты, танки, все это бесплатно. Но, по-моему, есть там какой-то платный контент, как в World of Tanks. Но, в принципе, я им вообще не пользуюсь. То есть у кого есть бабло, хотите, можете сразу там поприкупить себе. Получше самолетики, танки прокачать. Ну, я пользуюсь бесплатно, в принципе. Деньги на такие вещи. Если она бесплатная, не вижу смысла тратить. Подготовка к патчу. Ты долго будешь грузиться? Зараза. Ребята, поставлю на паузу, подождем, когда прогрузится. Так, ну вот, друзья, прогрузились у нас обновление. Запускаем игру. Еще раз повторяю, ссылочка будет под видео на канале. Заходите, регистрируйтесь, заходите, скачивайте, регистрируйтесь и погнали.
Игра обалденная. Получить награду. Тут за каждый день даются какие-то награды. Смотрите, как каждый день играть можно будет. Какая рулетка. Ну, давай побольше 10. Ну и ладно. Так, значит, здесь у нас присутствуют самолетики. Так, самолетики, значит, американские. Самолетики. Причем вот этот даже на воду садится. Ух ты. Бомбардировщики. Графика вообще обалденная. Также можно апгрейдить тут самолеты, плюс делать на них всякие внешний вид. То есть можно еще, по-моему, тут как-то пусто. Где-то шляпа. Покупать это надо, что ли? Пользовательские трюки, камуфляжи, наверное, какие-то можно купить. Познавательные, знаю. То есть тут где-то есть какие-то что-то покупать, надо где-то можно на шару поставить. Япония. А, ну то есть тут что-то еще и открываться будет. Еще видите. И всякие эмблемы тут можно еще лепить, короче. Короче, вот так вот. Так, как тут назад-то выйти? Не знаю. А, вот, вот. То есть можно, короче, еще делать апгрейд. Мало того, что по двигателю, там, по каким-то скоростным летным данным, плюс еще и внешний вид можно менять. Так, армия. В армии у нас тут еще есть танки. Танки, танки. Только танки еще какие-то. Исследования. Да, русские. А, русские тут есть. Т-34. Ух ты. О, да тут вообще всего-всего куча. Короче, обалденно. Ладно, давайте прокатимся, хотел сказать. Полетаем на самолетах. Полетели на наших. На русских. Так, это у нас кто? Это у нас. О, самолет. Зверюга. Начинается тут вообще, по-моему, ребята, с кукурузников вообще. Вот они. По 2 и 15.
Короче, игра обалденная, есть где поковыряться, чем позаниматься. Так, это у нас то бомба. Так, сменить технику. Достать бомбардировщик. Так, сменить. На кого его можно сменить? На танк, да, можно сменить чуть-чуть. Су-су-су. Танки. Миг. Миг. Что-то там количество оружия. Ладно, давайте так полетим. Так, вот, берем наши русские самолетики и нажимаем бой. Так, это тут еще варианты: воздушный бой, аркадный, аркадный, танковый, аркадный, танковый, реалистичный, воздушный, реалистичный, симулятор бой, события, турниры, полигоны. Так, меню. То есть можно пройти курс обучения. Начальный курс. То есть как летать, что делать тут. Попозже я вроде сниму видео по поводу этого обучения. Ну, давайте. Ой, ой-ой. Нажал не то. Давайте для начала просто пролетим. Какую-нибудь миссию найдем тут автоматом. Еще раз повторюсь, игра вообще обалденная, ребят. О, Кавказ. Сейчас будем на Кавказе тут воевать. Так, полетим. Естественно, да. И-16. Бой. Так, аэродром. На аэродром можно садиться. Когда садишься, можно починить, если дотянете до аэродрома. Если сядете нормально, можно самолет починить, если он у вас. Воу! Вид из салона. Приборы все работают. Видите, стрелочки там двигаются. Такой вид. Ну, полетели. Говорится. Ракеты, ракет у нас нету. Почему этот товарищ зелененький? Непонятно. Ох ты, там как война идет полным ходом. Надо уходить вверх. Так, первое значение — это проценты двигателя. Вот сотка. Форсаж закончился, через некоторое время заведется опять. Ох, кто полетит там. Внимание на карту. И что там на карте? Их аэродром мне на карте. Давай уходим. Так, еще бы знать, вот кто из них кто. Ки. Кто такой Ки? Сейчас мы тебе парим бананов-то навтыкаем. Управление мышью идет. Смотри, какой он быстрый. Смотри-ка, е-мое, не догнать. 1.62, еще и отрывается. Давай, форсаж. Подземное опережение сейчас тебя, дружок. Все, готов. Уху. Так, одного мы грохнули. Так, надо еще какую-нибудь жертву найти. Так, вот внизу это циферки, это расстояние до цели. Так, с лагом лучше не воевать. Его не победить, блин. Так, вот
Красненькое в верхнем левом углу это сейчас горит. Время зарядки. Так, вот что-то есть. Опа. Блин, нас сейчас там разберет какой-нибудь плаг. Это тебе заи. Вот зараза, все. Дело грязь. Нас завалили. Давай-ка на этом, на бомбардире сейчас немножко побомбим. Тут у нас, значит, есть стрелок снизу, стрелок сверху. Так, плюс бомбы, три бомбы. Бомба распределяется по мощности. Так, вид. А, еще стрелок впереди сидит, смотрите. Помимо пилота. О, это для бомбометания прицел. Так, что вот как-то так. Так, нам надо вон туда вот, покидать бы бомбочек внизу. Техника какая-то там едет. Так, ну-ка. Все, уходим. Бомбы. 53 секунды. Ждать надо. Атакуйте технику противника. Да, атакуем все. Так, внизу слева техника, которая едет там. Что там, бомбы не долетели, что ли? Или я промахнулся? Там 20 секунд еще. Не спускаться не охота. Так, вот это пока. О, средний танк. Поди, разбомби сейчас. О, все, бомбы готовы, погнали. Ну, тут что-то много какой-то ерунды. Ну тут сейчас меня, наверное, завалят. Давайте вот на этих пойдем. Давай, банзай! Тут там их тоже колбасит. Смотрю. Ну давайте. О! Уничтожил. О, кто-то мне на хвоста походу сел. Это я с заднего стрелка сейчас вот. Так, еще бомбочка осталась. Давай-ка еще зашпарим кого-нибудь. Где там они? Противник побеждает. Нужно контратаковать. Давай. Ёлы-палы. Все, уходим, 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 уходим. Так, самолет подбит. Кто-то на хвосте, походу. Внимание на карту! Уничтожьте технику противника! Все. Да. Вот, лаг нас замочил. Летели сейчас на лаге еще тоже бабахнут. Давай, сколько? У нас 5 танков осталось, у них 9, ё-моё.
до аэродрома не дотянул, не дотянул, чтобы починиться. Так, Ту-2, средний танк, средний танк, средний танк. Как будем тут бананов там стекать. О, завалили, молодцы ребята. Вон там была еда. Давай, пошли. Надо поднажать, враг побеждает. Попал, что ли? Вот зараза. Где ты есть-то? Опять не попал, да ё-моё. У нашего надо помочь. Ох, прошел как рядом. Все, уходим. Все, ва, зараза. Все, геройский погиб, блин. Эх. Пошли, вас подбили, ёлы-палы. Так что вот, ребята, вот вам игра. Заходите, ссылка будет под видео на канале. Заходите по ссылочке, скачивайте игру, регистрируйтесь. Можно вместе поколбасить, полетать. Он даже, видите, один самолет сбил. Ух, и медали. Ух, медали-то сколько надавали-то, ё-моё. Как лучший отряд, ё-моё. Огневая поддержка. Спасатели, истребители. Обалдеть, это что такое? Бонус. Вот и дали. Что-то там. Место в команде 10-е. Немного, скажем так. Ну ладно. То есть вот видно, тут и исследуется дальше дальнейшая техника, тут что. Ой, а как назад? Назад уже не вернуть. Можно было повтор посмотреть. Разрешить. Что такое? А вот, кстати, апгрейд самолета. Обработка фюзеляжа. Радиатор. Каркас. Двигатель. Полюшка над мотором покачать. Купить. А, ну это вот такое орелики какие-то. Какие-то вот сад. Здесь вот эти орелики есть, ну-ка. Купить. А вот он вот так. Ну, пошли вот сад. Соверши, значит. Так что вот, ребята, скачивайте игрушку. Игрушка обалденная. Полетаем, погоняем, постреляем. Всем удачки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу. Обязательно скачайте игру, зарегистрируйтесь. Игра обалденная. Одно могу сказать, игрушка супер. Оп, скрин сделал. Так что все, ребята. Подписывайтесь на канал, группу, видео, и ссылочка будет под видео на канале. На данную игру заходите, скачиваете, регистрируйтесь и полетели. Так что вот так вот, такой у нас обзорчик. Всем, ребятки, удачки, пока!